высказал свой вердикт «Доминион» и о переизданиях. В 2016 году альбом вышел. В 2000 году. На депрессивных рекордс и на «Умнив рекордс». Смотри, будет интересно. Сегодня рассказываю свои проекты «Доминион» 2000 года, альбом «Ад на земле», «Hell on Earth». Вот. Он вышел на Depressive Lush Records и на Cool Minis Records на диске. 2016 году переиздали. Перепресс уже давно распроданный. И сейчас я буду рассказывать и показывать, что к чему, что и как. Вот, значит так. Вот я разместил уже промку на этот альбом. У меня стоит вот в таком издании. Вот издание, значит, внутренняя часть. Диск вот так выглядит. Так выглядит это в формате DVD, Slim DVD. Да. Так выглядит. И Jewel Case. Вот так выглядит задняя часть. Внутренняя часть. Вот Доминион. Да. Вот так выглядит диск. И вот так лицевая часть. Так. У меня стоит 5 евриков. Но... Значит так, сейчас мы переходим в группу, созданную мною, официальную, посвященную моему проекту «Доминион». Вот «Доминион» 1999-2000 год. Вот мы сейчас туда переходим. Сейчас играет песня «Салют, о, сатана». Пока что 24 участника. Вот тут 2 человека. Саса. Молодзавое. Ну, схвалим его. Участие, вот еще участие схвалим, да, я. Это приватная группа, так что кто попало в нее не вступает, если какие-то извращенцы или жалкие христиане-извращенцы. О, классная тема. Христиане-извращенцы. Да, надо будет песенку придумать. На эту тему, бля. Так, сейчас мы, значит... Блин, ну мне надоело. Глючит падла, а? Ладно, сейчас, блин, по новой сделаем. Вот это мне, честно говоря, глюки эти надоели. Продолжаю повествовать о своем проекте «Доминион». Значит так, вот я разместил, значит, промку 19 сечня. Вот, бачил я 6 человеков та девчат. Так, сейчас покажу, где же это статья. Такой ли демон, так прекрасен, так лучезарен и могуч. О, о. Значит так, 17-го сечня я написал статью. Салют, Metalhead, сегодня у нас уже 2021 год, 17 января. Продолжаю рассказывать о своем 5-м сольном проекте. И так я сорганил в феврале 2000 года.
наброски на второй альбом проекта Dominion и сразу записал этот релиз в марте 2000 года. Тогда я слушал Диму Бургер, Сухарел и Тролл. Да, это сила, да, вот, кстати. Вот так вот, Дима Бургер, вот там барабанная установка какая мощная. Сейчас барабанами не занимаюсь, потому что не по карману так бы этим заниматься. Хотя уже записал живые барабаны на Хильвальд. Вот. Живые барабаны на Хильвальд. На 6 песен. И на... записал барабанную партию на Торнопар, да. На одну песню пока, да. Живые барабаны, подчеркиваю. Так что я уже могу лобать на барабанах, но никакие группы не хожу, потому что у меня своих проектов миллионы, так скажем так. И идей, и воплощение их тоже миллионы. Вот. Так, данный релиз — это полноформатный альбом, Long Play, LP. То есть, ну, некоторые думают, что LP — это типа чисто это как называют, блин, винил. Ну, Long Play — это значит полноформатный альбом, да. Вот. Full Album — это... это другое, это для ознакомления размещают лейблы всякие, да. Ну, пираты размещают, понятное дело, тоже для ознакомления, так сказать, для просмотров. Вот, значит так. Назвал я его «Ад на земле». Hell on Earth. Продолжительностью 52 минуты 48 секунд, состоящий из 12 адских... Первый трек — это моя интро «Underwood», написанная мной на стихи поэтессы Димона Маманки Лохвицкой из «Bottles». Я при записи синтезатор плюс зум 505 для эффектов звука. Микрофон плюс зум 505 и смену скорости на таском порта 07. Вот, да. Вот моя студия. Второй трек — это песня «Пустая сатана» «Салюта сатана», написанная мной на стихи амфитеатра Александра. Третий трек — это песня «Доминион». Кстати, утро сейчас заканчивается. «Доминион», написанная мной на стихи того же автора амфитеатра Александра. Вот. Четвертый трек — это песня «Бессмертный иммортал», написанная мной на стихи лорда Байрона. Пятый трек — это песня «Убренных тел», «Mortal Bodies», написанная мной на стихи Вальтера Скотта. Переходящий в шестой трек, являющийся песней «Черная душа 2», «Black Soul 2», написанная мной на предложенный Хексон, это... вокалист Торнопарт, Каннибал, Артем Варнавский, гитарный риф и его стихи, доведенные мною до ума, естественно. Седьмой трек — это песня «Ролон», написанная мной на стихи Жуковского Василия и его поэма «Рыцарь Ролон». Восьмой трек — это песня «Бессмертная любовь» и «Mortal Love», написанная мной на стихи поэтессы Димона Манки Лохвицкой. Девятый трек — это песня «Ритуал», «Черное мясо», «Ритуал», «Блэк мясо», написанная мной на стихи Хексенда, того же Артема Арнавского, Каннибала, вокалиста, экс-вокалиста Тур Абарт. Вот, «Блэк мясо» — это не харьковская группа, хотя там играет барабанщик Вован. Он со мной играл на альбомах Run. Да, Run. Что там еще? Еще какой-то альбом, не помню. Короче, в 2014-2015 годах. Вот. Хороший был чувак, но пришлось расстаться. Из-за тогда у меня состав развалился, да. Ну, тут не важно уже. Жиды, блядь, они любят внедряться правое дело и разваливать нам составы. Такие, сука, они, блядь, конченые твари. Так, ладно.
11 и 12 треки это песни Мюргет 1, Мюргет 2, написанные мной на стихи поэтессы Демоно Манки Лахвицкой. Заключительным треком является мое аутро «Свобода Freedom», написанное мной на стихи поэтессы Демоно Манки Лахвицкой. Напомню, что тогда у меня было все необходимое для этого оборудования и инструменты. Кстати, все свои сольные проекты периода с 89 года по 2000 год включительно я записывал без помощи компьютера. Сварганил этот релиз, используя мастеровые электрогитары Юрия Папкина и фирменные примочки Metal Zone и Zoom 505. Нет у меня моего оборудования, а вот. Вот, я использовал драм-машину Alesis, такую. Metal Zone, ну, может быть, MT-1. Вот, маяк, свой микрофон, вот, Тоскам мой, вот такой бас со струнами Додарио, Zoom 505. Вот такой у меня был, помню, мафон. Первый был вот такой стереомагнитофон у меня, да. Виниловый прежде сначала был у меня, потом вот такой мафон появился. Вот такой маяк потом появился, да. Вот на такие маяки я сводил, да. Вот, короче, оборудование показал, да? Удел! Один удел! Вот, кстати, лого Depressive Illusion Records, да, на имя кассету выпустил. Вот, кстати, купил ли ты всю дискографию Dominion? Два альбома по 5 евриков. Вот, купил, покупай. Обращайся ко мне в личку. Вот так выглядит диск. Это... На Кульмине Стрикардс. Вот. Ну, об этом я сейчас и расскажу, да. Так, считаем дальше. Писал в линию. При записи данного альбома я использовал бас фирмы Роден с фирменными струнами Додарио. Для записи интро и аутро я использовал синтезатор, не помню уже какой фирмы. Микрофон на данном альбоме я использовал Philips SBC MT-110 черного цвета. Для записи партии вокала я использовал Zoom 505 для эффектов и все писал, конечно же, на Tascam Porter 07. Насводил на кассете фирмы «Маяк». Я уже показал фото, затем отдавал, как всегда, Саше. Есть такой чувак, это он работает с этим самым айтишником в фирме «Чайка» по пошиву одежды. О, у меня тут рядом, короче, в доме. Вот так я с ним познакомился, кстати, да. Ну, что-то давно его не видел, может, он уже уехал куда-нибудь, может, там не работает, да и телефона его уже нет. Ну, мне, в принципе, он уже не нужен, как бы, да. Я и сам теперь могу все делать. Ну, иногда приходится обращаться к помощи коллег. Так, значит, так. И он уже оцифровал на матрице CD-арки мне все это дело. Логотип мне нарисовал мой друг Влад Сатан. Перепресс был выпущен мной в 2000 году, как самиздат, на кассетах. Макеты не сохранили, к сожалению, да. Разребли бабы, все разребли. Себе на сувениры. И на аудиодисках. Лимитированным тиражом, минимум по 15 копий. Распространял я сам, помнится, остатки кассет распродал в 2004 году на книжной палке, да. Также отсылал на диско барабанщику группы «Фантасмагория» Мирошниченко. Ну, все фотографии я завтра, вот сегодня показываю, да, правда, немножко опоздал. Ну, купить полноценное здание можно за 5 евриков. Так вот, полноценное издание можно купить за 5 евриков, да, я уже показал, как выглядит мой, вот, диск так выглядит, это внутренняя часть, это народная часть, да, вот, либо это вот это стоит 5 евриков, либо на, вот, внутренняя часть, вот, диск, вот так наружная часть выглядит, да. Стикер. Вот так выглядит внутренняя часть DVD, да. То есть тоже 5 евриков. Вот. Обратились ко мне в личку. Есть на аудиодиске Slim DVD Jewel Box. Я показал.
И, конечно же, в цифровом формате Wave, да. Wave, вот, кстати, Wave. Wave, вот, CD-RIP с первопресса я делал. Вот эти все песни, вот они все вот в качестве. Я вам видно или не видно. А вот, 1411 килобит, вот. Все, вот оно все в качестве. Все есть. Вот. И, конечно, ну да, на Dominion RIP 1999 2000 Black Metal. Ну, о репрессах сейчас я буду рассказывать, да. Вот тут можешь послушать песню «Салюта Сатана». Вот бачила Дэвид Человекив, Александр Похотин, респект, Ирин Читайла, Богдан Яровой, Дмитро Билый, Норберт Томан, какие-то, блин, имена, Христиан Эджер, Назар Грушенко, Гладырочка. Так, ну теперь буду рассказывать о своих репрессорах, да. Значит так. Так, первый репресс я сделал в 2017 году. Написал своему знакомому, с которым познакомился еще в 2000 или 2001 году. Отослал кассеты кому-то там, не помню кому. А, помню, да, журнал такой на А5 формате выходил. Темная вера. И вот этот альбом, ему, он написал рецензию на него, что типа я там использовал экспериментальные варианты, ему не очень это сподобалось. Но все равно он решил, предложил мне выпустить у себя на лейбле, на кассетах 99-й год и этот альбом. Огромная ему благодарность. Вот. У него свой проект Молох. Вот, значит, вот так выглядела, выглядит кассета, да. Вот, тираж 66 копий. 6 евриков стоит, да, на кассете. Вот, у меня на кассете нету перепрессов. Репресс, может быть, буду делать, когда этот разойдется. Этот еще не распродан. Вроде как, вот. Вот так вот он выглядит. Ну, там, в принципе, все видно. Вот внутренняя часть, это вот наружная часть. Вот. Depressive Illusion Records лейбл, да, все. Респект, покупайте, заказывайте на кассете 6 евриков на этом сайте, да. А сейчас я буду рассказывать о втором репрессе по совету, кстати, хозяина Depressive Illusion Records издаться. Вот на Кульминес Рекордс, да, я издал диск вот. Это репресс 2017 года на диске, да. Ну, в формате CD, да. Так оно выглядит, вот тут 2000 год. То есть это с первопресса я делал, потому что ну, Black Metal. Тут новые заворочки появились у дискоса, блин. Вот так вот. Вот. Так выглядит издание. Ну, качество, конечно, не на глянце, как вот кассета, и мое издание перепресс было на глянце. Это мелованная бумага, тут качество, поэтому не очень. Вот сейчас исполняется песня «Черная душа 2». То есть получается на диске 11 треков, потому что «Убренных тел» и «Черная душа» я сделал так, что она переходит песня из песни в песню. Поэтому получается одним треком, а вообще 12 песен получится, 12 треков на альбоме. Вот, кстати, я уже вот написал тут рецензию 26 января 2021 года. Вот «Салют Metalhead», это репресс 2017 года. Перепрессов не осталось. Моя работа 2000 года
выпуска. Помнится, об этом альбоме была написана рецензия в журнале «Темная вера». Вот, видео есть. Вот, кстати, этот альбом. Ссылочка на мой сайт. На мой YouTube канал. Вот. Видео содержит прямую рекламу или продакт плейсмента. Вот. Вот. Покупайте. 8 евриков. В таком издании 8 евриков. Тираж. Тираж. Уже тиража нету, да? А вот 10 копий тираж. Есть тираж. Реклама дурацкая. Вот либо у меня покупайте за 5 евриков. Я показывал уже в каком. Глючит. Глючит Facebook, долбаный Facebook. Так, а сейчас так выглядит моя страница в 2021 году. Вот он я. Барксол. А вот это логотип Порнопарда. Сейчас мы будем разоблачать извращенцев. У меня есть же две группы, посвященные моим проектам инцест. Один Raw Black Metal. Сначала мы зайдем в группу, посвященную Avantgarde Brutal Death Metal 1996 года по 2000 год включительно. Вот так вот выглядит. Вот, тут 21 участник пока что. А сейчас, кстати, приглашу кого-нибудь еще в группу. Что-то глючит у меня этот долбанный Facebook. Ну, а сейчас приглашу людей. Вот, хотел. Сейчас еще приглашу парочку. Пригласил еще. Вот, кстати, тут вот извращаться. Они думают, что инцест это, ну, поняли, какой инцест. Сексуально озабоченные задроты, блядь. Вот, есть такой харьковский один барабанщик. Тоже сексуально озабоченный, блядь. Ебал Вику Шишко. И помню, это Вика ко мне в гости ходила. Просто ходила. Ну, мы были просто друзья. Потому что такую ебать это, ну, блядь, это позорище. Вот. Этот, по слухам, этот барабанщик сексуально озабоченный, который снимал на видео, когда они в поездках были, сиськи, письки, приближал там, короче, вот так вот, да, там видео, Жидовский, короче, фамилия его, блядь, вот. Вот, короче, смотрим, да, вот, извращенец. На его светлыны смотрим, вот, заходите, набить его, блядь, ветхлыт. Я таких, вот, это сразу видно, педрила какой-то, он педрила, тоже, он видно, что детей малолетних расливает, вот, заходите и мочите этих педофилов. Вот, я таких ветхляю, видите, ну, это вообще непонятно, тоже ветхляю, блин, я таких группы свои не приглашаю. Так, а сейчас мы инцест найдем. Инцест. Вот, еще ж у меня есть Raw Black Metal. Там один альбом всего, да. Но на дискоксе по ошибке я там, короче, не тот логотип вставил. Короче, вот этот логотип надо было вставить. Вот, и немножко лоханулся. Поэтому оно идет, как будто это один проект. Но на самом деле у меня два инцеста, да. Вот, ну, блин, ладно уж. Так, это кто? О, ну тоже какая-то. Какая-то, вот, смотрите. Animal какая-то. Шалава какая-то. Вот. Можете ее набить там. Вот я ее тоже ветхляю. У меня металл, а не какой-то там. Так, сейчас мы пройдемся по моим группам. Domination. Domination, сейчас посмотрим, что там. Если там ли запасы. Никто не хочет, да, потому что это ж
Не инцест какой-то. Тут надо самому приглашать вот Игоря Симоненко пригласим. Лолу, это вот, да. Так, теперь мы в той на парень зайдем, да? Вот, тоже напарит, вот мы, вот моя группа, тоже приватная, по-моему, да? Да, вот тут 138 участников. Вот я свой логотип поменял, вот это издание 2020 года с Александром Похотиным, да. Копий. Сейчас рассказывал, сейчас записал в том году сингл 2020 года. Вот слушаю и думаю, стоит ли его публиковать и вообще издавать. Вот жду партии бас-гитары. Вот, тут все тоже все в порядке. Я что-то мне написал Андрей Молчан, респект, чувак, тебе. Привет, домовилася ще за абстрактю. Странно, что это там девушка сидит под ником Андрея Молчана. Ну ладно. Короче, выключаем нахер этот. Нахер сон. Вот. Ну все, показал все, что хотел, да, я сказал. Вроде бы все, да? Комментарии я не читаю. Некогда мне их читать. Вот. Да и есть некоторые проблемки с размещением на Ютубе. Вот. Поэтому некогда заниматься. Я вообще размещаю не для того, чтобы. Мне ваше мнение не интересует, а я размещаю как факт. То есть я музыкант, я бренд, я личность. Я размещаю, а вы там уже решаете слушать, не слушать, я никому не навязываюсь. Вот. Вот. Ставлю перед фактом. Вот так выглядит тот Slim DVD. Вот так выглядит Jewel Box. Лицевая часть, это задняя часть. А вот так выглядит тот диск. Ну все, подписывайся на мой канал, Максим Вехов желает тебе успехов. Все, пока-пока, Максим Вехов желает тебе успехов. Это была серия Metal TV, посвященная моему проекту Dominion 2000 год. Все, пока-пока. Сейчас готовлю к выпуску Minion Heroes 2020 года. Забавляйте 5 евриков за диск. Все, пока-пока.